О, тихо идет. Лобаныч, я тебя умоляю, только не ржи. Хау, лучше мы в армии, знаешь, как людей разводили. Так, Быков подтвердил мои полномочия. Я главный. Вы обязаны меня слушаться. Серьезно? Ну-ка покажи смс. Не могу. Почему? А, там личная просьба. Интересно, это что за такая личная просьба, которую показать нельзя? А это не вашего ума дело. Это конфиденциальная переписка между заведующим отделением и его заместителем. А вы что ржете, а? Вы работать будете или нет? Да будем, будем. Заместитель, только докурим и идем.